В Донецком центре славянской культуры состоялся концерт для работников жилищно-коммунальных предприятий и служб города. На сцене выступали различные хореографические и вокальные коллективы. У нашего народа есть прекрасная традиция, когда в доме за столом собирается большая и дружная семья, обязательно звучат любимые и родные сердцу песни. А как народ наш умеет петь, мы-то с вами знаем не понаслышке. И вновь на сцене народный ансамбль фольклорной песни «Промень». Думала, нагадала, милого целовала, магия краса, длинна краса. Ой, ты все, что было, молодцу подарила, царь глаза, слезы роса. Ой, глубоко кренится, ой, голодного не садится. На сцене образцовый ансамбль танца «Зорница». Казачок! Несмотря на невзгоды и лишения, концертный зал был полон зрителей.